Приветствую, друзья! По вашей просьбе, сегодня мы посмотрим на новостройки, которые находятся на Черемушках. И начинаем мы с вами прогулку с улицы Ушакова. Здание похоже на детский сад. Его восстанавливают. Улица Огородная, 47. По этим улицам я еще ни разу не ходил. И мы уже почти на месте. Новостройки выглядят очень ярко и красиво. Пройдем на территорию и посмотрим детальнее. Улица Ялтинская, 48. Ух ты! Красиво здесь. Я думал, что здесь только девятиэтажки, но здесь еще и пятиэтажные дома. Большой просторный двор. Детские и спортивные площадки. Улица Иртышская, 24. Очень красиво здесь. Светло, ярко, чисто. Здорово. Да, яркие дома, очень красивые. И я вижу, что уже достаточно людей здесь живет. Сейчас мы пройдемся через двор. Друзья, мне часто пишут: мало зелени, мало деревьев. Обратите внимание, посажены кустики, туи, если я не ошибаюсь, и так далее. Елочки всякие, деревья. Они небольшие, молодые. Пройдет год-два, и все повырастает. Здесь будет и теневая зона на площадках. Будет очень красиво. Мне здесь очень нравится. Добрый день! Вы здесь живете? Да. Квартиры нравятся? Ну, квартиры, господи, конечно, все новенькое. Все хорошо у вас? Да. Много видишь. Все документы сейчас пока. Все далеко, ходить. Да, да, далековато, конечно, в город. В центр города добираться. Ну как, берешь такси, едешь. На такси едете? Да. Такси здесь дорогое. Дорогое. Пенсию платят вам? Все хорошо? Платят. Пенсию платят. Ну, пока я еще не пересчитала. Сдала документы уже на пенсию. Если не секрет, сколько пенсия сейчас? Ну, сейчас 10 тысяч получаю. Не российская пенсия, это ДНРовская. Да. Ага. Это самое получаю, что, потому что у меня 55 лет стажа. Да, еще вау. 5 лет северный есть, а я же ух ты. Когда уходила в 95-м на пенсию, сказали, у нас севера нет. У вас какая квартира? Однокомнатная или двухкомнатная? Нет, двухкомнатная. Двухкомнатная. И сколько квадратов? 52. 52 квадрата. Да. Когда ударили, вышли, пошли в подвал. Хорошо документы захватили. С этим уже не мучилась. А если люди-то и без документов выскочили. А я да. Это самое. Скорее знакомые приехали. Садись в машину. Я говорю, какая машина? Там, говорю, чемодан-то собрал, только подняться. Говорит, какой? Смотрю, 26-го, когда полетел в угол, и ко мне в балкон. Угу. Там видно осколки. Говорит, куда? Ты посмотри, у тебя же балкона уже нет. И только в машину села, тут как ахнуло, и загорелся крыша. Я еще говорю, посмотри,
кто-то сигналит на это. Там же рядом это самое, вышка, не вышка, кочегарка, тоже труба же. А я глянула, говорит, ты посмотри, сигналит кому-то. Только проговорила, смотрю, ахнула около школы. 15-я школа около. Вот так вот. Ну надо, это сигналит, скотина сидела. Сидели в подвале, оказывается, это мы в 24-м доме в подвале сидели. А с 26-го угловая комната, там девчата, видно, шли. Идут и ругаются. Говорит, тот скотина, говорит, сидит, говорит, с квартиры, говорит, это самое, сигналит. Вот так вот. Ну и точно сигналю, что у нас, по-моему, с 6-го подъезда полетело это самое. Пролет. Нет, сам город не раскрываешь, говорит. Я понимаю вас. Если вам нужна помощь, скажите мне. Меня Игорь зовут. А, Игоречек, хорошо. Ничего, хорошо, Игоречка будет. Ну, подумайте, может, нужна помощь какая-то. Сейчас. Нет, спасибо, так руки будут. Потихоньку. С финансами как у вас? Ну, хватает вам 10 тысяч? Выживаете, да? Ну, как-то тянете. Выживаем, мы же привыкли. Жить-то. Да, и до этого было. И до этого да. У нас пенсии-то небольшие. Столько, говорю, работал. Это мне то, что работало, все держалось. Я его почти... Это ж я в 70 ушла уже окончательно с работы. Угу. А потом же еще в конверте работала там. Угу. Как смеялись, говорит, Кира, кем ты работаешь? Я говорю, как? То работала директор... База, говорю, а сейчас директор ночи. Да, директор ночи. Все отработала. И ушла почти в 80 лет. Выборы же были. Говорю, не пойду. Ну, и поскандалили там с одним. Ой, Кира Зосимовна, ты чего это самое? Молодой все, говорю. Вы ошибаетесь. Вы кого выбираете? Да, выбираете такого. Ну и там одна, что ты, Кира Зосимовна, молодой, энергичный. Вот нам сейчас от Запорожья, по-моему, дорогу сделали. Я говорю, так уже говорят, что она развалилась. Приезжает, ездит туда часто в командировку. Ну и приезжает. Че ж, говорит, уже валится. Ну вот. Ну, я говорю, сейчас бы я хотела этого увидеть. Кира Зосимовна, через 5 лет будет все нормально. Ну, и уже прожили 9 лет. Да. И чем дальше, тем хуже было. Ой, да, ну, надеемся. Мы всю жизнь живем, надеемся. Ясно. Ну, вы еще будете здесь сидеть? Буду. Мы сидим до 8 часов. Сейчас еще 2 подруги придут. Хорошо. Я еще подойду. Как видите, друзья, здесь достаточно уже местных жителей. Детворы много, пожилых людей. Людей среднего возраста также. Машин достаточно стоит. Чтобы потом не говорили, что дома пустые, квартиры никому не выдают. Все выдают. В порядке очереди. Да, красивый район, конечно. Даже мини-футбольное поле есть. Так, друзья, в этот раз я хочу купить для женщины продуктов. Схожу в магазин. Эта дорога нас ведет на улицу Латышева. Там, где стоит машина, там сказали, есть продуктовый магазин. Посмотрим, что есть там. Тут и овощи есть на улице прямо сразу. Фрукты. Купил женщине пакет продуктов. Потратил совсем немного денег, по-моему, около 1000 рублей. Купил колбасы, яиц, картошки молодой, растительного масла, молочку. Потратился совсем чуть-чуть.
а женщине будет приятно. Это вам пакет. Ой, с продуктами. Пожалуйста, возьмите. Ой, ну что? От души вам. Ой. Если что, вы можете записать мой номер телефона. Запишите, вдруг что, вам нужна будет помощь. Вообще-то сейчас минуточку. Игорек, я не знаю, ну растраты, давайте я пойду сейчас. Ничего не надо, прошу вас, ничего, мне ничего не надо взамен. Как в том мультфильме, а за что? Просто так. Тогда вы несите это сам, мне продукт такой. Ничего, все будет хорошо. Игоречек, просто примите и все. Всего вам хорошего. Спасибо большое. Всего вам хорошего. Ну, здоровья, успехов. Спасибо. Все кругом ладилось. Самое главное. Да. Квартиру скорее получить. Да, хотелось бы. Хотелось бы уже. Спасибо. Да не за что, не за что. Всего доброго. Может быть, зашли бы? Хотите сейчас, хотите в другой раз. Я могу прийти в другой раз. В другой день какой-то. Можете сейчас пойти глянуть. Да? Знаете, какая разница? Мне интересно, конечно, посмотреть, какие квартиры. Квартиры, можно сказать, хорошие. Давайте я помогу тогда. Тогда я буду нести, да. Ой, это тяжелое такое. Просторные, да, подъезды очень. Коридоры такие широкие. Ух ты. Это у нас 4 на площадке. Симпатично очень. Прихожая, да? Угу. Так, это на кухне, да? Поставь. Да не надо разуваться. Ну, у вас чисто, я радуюсь. Да ну, в зале так посмотрим. Вот так мы живем. Вот это такая у нас. Светлая комната, очень, очень приятно здесь находиться. Хорошая комната. Так, ну, то есть и шифонер здесь стоял уже, да? Нет. А шифонер, это вы купили сами? Это я купила. А в прихожей шкаф был? Нет, тоже это. Только у нас навесные шкафчики были. А, шкафчики на кухне, на кухне. Вы имеете в виду? Ну, вот это у нас спальня. Угу. Балкон большой. Так что, а это уже друзья-то. Угу. Много друзей у меня. Вот это помогли. Кто коверчик, кто что? Потому что не поселились, ничего нет. Лоджия, да? Балкон. А, балкон это считается. Хорошо. Вот, видишь, туалет, ванна, все отдельно. Все это самое чисто. Просторно. Хорошо. Хорошо. Мы довольны вообще-то. Ну и тут видите. Все, все нормально. Ясно. Так вот и живем, потихоньку. Ой, хорошая кухня. Ну, не маленькая кухня. Не маленькая, хорошая. Так что это самое. Соседи тоже хорошие. Так что вот надо стучит у нее. Там есть какой держит. Значит, стучит. Говорит, надо яйца? Надо, значит. Угу. Так же все еще пока 90, 100 яйца. Да, это самое. А вот магазин, я взял магазин, яйца по 80. Ну, она домашняя 75. А, лучше домашняя, конечно. Ну, я всегда, если есть, ей продать надо, нам какая разница. Угу. Да, согласен. Она постучит согласен. В окно. Надо, надо. То есть вы получили квартиру уже вместе... Да, вот эти шкафчики. С этими шкафчиками, да. И это вот все, печка газовая, это... Все. Ясно. Стиралку машину, вы купили да, сами? Угу. Холодильник, машина, стол, это все я уже купила. Это спасибо, племянник помог. Прислал хорошие. У нас хорошие стены. Хорошие стены, да? Да. Заселились, звонят друзья по работе. Придем на новоселье. Так, на новоселье приходите, стул несите себе, ложку, вилку. Да. А как называется этот жилой комплекс? Это самое. Не Лазурный, нет? Нет, нет, это Черемушки. А, просто Черемушки? Да, Черемушки. А то мне кто-то сказал, что это якобы Лазурный. Нет,
Это Уждышская улица. Хорошо, спасибо вам за то, что пригласили посмотреть. Мне интересно было, конечно. Вы же раз ходите в дом, будете знать, вот видите. Как вас зовут? Кира. Кира. Зосимовна. И Зосимовна. Мне плохо запомнить. До 8 часов была на улице. Так, ну спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Успехов. Да, спасибо. Здоровья вам крепкого. Я вижу турники, друзья. А вы знаете, что я делаю, когда я прохожу мимо турников? Я мимо турников не прохожу. Итак, друзья, это был видеообзор новостроек, которые находятся на Черемушках. Всем мира и добра. Пока.